Я к туркам очень хорошо отношусь, я считаю, что отличный русский. Что было? Я тебе скажу, 11 лет, блядь. Какое? А что подуло? Чего-чего, порвало, не подуло, порвало вот здесь, вот в этом месте, блядь, вот эту дырку. А, дырку? Ну, есть, я знаю чего, потому что Андрюха, блядь, ты грустная, блядь. Да. Что-нибудь, блядь, что это потерял. Все, временно, наверное. Ну, состояние очень. Да, эти деньги, это просто. Да. Ну, что такое? А так, хорошо. Из контейнера, что ли? Он просил 480 морян. Вот эта фирма заходит вся контрабаса, магазины какие. А помнишь, что там ее со пластикой было? У нее было вот это Something Master S и другой номер. У меня уже с пластикой было. У меня уже с корона и все с пластикой. Нет, ну я не обратил на так, я хочу. А я-то я говорю, вот здесь, и вот здесь я нашел. Ой, он говорит, 480 долларов, потом, говорю, вот документы, вот 300 долларов. А у него уже все, выписка, все на руках. Я забрал ружье, отдал деньги, забрал выписку, комиссионку, оформил все. И он все оставил. Что делаем? Машина? Да. Сейчас да. Мытья приедет, где он там второй минут поставил, пойдем на второй минут. А он вспомнит, где он его ставил. Бля, вот смотри, вот сейчас даже пройти еще раз, бля, ну немного, но 30 долларов. Вот я думал, что всего? Ну да. Я тебе скажу, знаешь, что все-таки мы сделали ошибку. Нам надо было заходить сверху. Да, мы да, просто да. Согнали его весь да, вниз. Да, да, да. Четыре штуки поднялось. Ищи. Дальше. Давай, ищи. Ищи здесь. Оп. Прямой. Ой, еще. Молодец, Кира, молодец!